Леди Утош от Симория Динати периоди не менете. Здесь много охраны. С огнем. Уходи! Разворачивайся! Не хитри! Давай! Я убью тебя! Не бойся! Сверху! Не стоило нападать на меня! Их нет. Ты, должно быть, Медон. Он не мой. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думала, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Медон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о спартанке с ребенком. Он может ответить только да или нет. Женщину из Спарты звали Мирин? Говорят, с ней был ребенок. Ее сын? Малыш был при смерти, когда она пришла. Медон молился за него. Ты спас его? Нет? Он сделал все, что мог, но ребенок был тяжело ранен. Ты знаешь, куда она пошла? А все жрецы спят со своими служанками? Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ясно. Я поняла, зачем ты отрезал себе язык. Когда мать принесла моего брата, вы бросили его умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя, сделал все, что мог. Я не верю. Мертв? Мой сын не мог умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что мальчик прожил так долго. Он был очень тяжело ранен. Мой малыш! Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись, Гере. Мертвы. Они мертвы.
Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее сына, покалеченного, чуть живого. Расскажи. Я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Медон рассказывал, как плакала его мать. Держала сына на руках. И пела ему, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала его, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где она? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдешь Хрисис. Люди ищут здесь исцеление, но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении у сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за все. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского.